Что они нам помогли сделать эту замечательную выставку. Я перевожу слово в слово. I want to say thank you. I suppose I'm going to say thank you to Sergey. Да, и мне спасибо большое. И Даша, моей жене. Даша, нашей мне жене. But most of all, I want to say thank you for this story. It's a privilege for us to be in St. Petersburg, because this story began for us in St. Petersburg with the record. And the culture began in St. Petersburg. Okay, so. Да, что ж ты сказал, подруг? Значит, конечно, самое главное спасибо это истории, да, которая мы сейчас вернулись в Петербург, где, собственно, началась эта история, где мы первый раз увидели музыку на костях. Я сейчас говорю мы, потому что мы вместе с Петербургом. And I want to say thank you especially to Kolya Vasin, to Rudolf Fuchs, because they are people, amongst others, who helped us to understand the story, they contributed to this project, and so we really appreciate it. Да, и мы, конечно, хотим сказать спасибо, Стивену хочет сказать спасибо Коле и Руди, которые открыли для нас этот мир, помогли рассказать историю. Лонгрив рок-н-ролл!